Завтра мы планируем перекрытие нескольких улиц на полчаса. Я хочу обратиться в РАСМА адресес шоферов, чекарев, симптом митинг коммунитет. Мы блокируем СМД-пренты бинария пидол защитить 30 минут, ну, восполнили, как уже звенит, что черепашки нет защиты этот раз. Мы не пидол защитить 30 минут, блокируем китива стресс, СМД-пренты бинария, потреба олигархов. Это принципово витура. Дорогие друзья, главный удар нас ждет 15 октября. 15 октября, как в том анекдоте, не буду его рассказывать, он немножко пошленький, когда собрали все на одном корабле, помните, и Бог их всех, так вот 15 октября все собираются в парламент. Там будет и президент, там будет и премьер, и прокурор, и все, к которым мы сейчас ходим. Поэтому 15 октября наша задача выйти массово и окружить парламент. Заходят все, не выходит никто, пока мы не принимаем решение. Поэтому все...